меня зовут Роман, а это мой хорек Дюк. Дюк Фьюри. Познакомься. Привет. Изначально я вообще думал взять белочек дегу, но когда прошел мимо вольера с хорьками, не взять такого питомца милообразного, ну просто не мог, душа кровью обливалась. Он посмотрел на меня, поднялся столбиком, и тут я понял, что никаких белочек дегу я больше уже и не хочу. Порода специально выращенных в домашних условиях хорьков, то есть у них убран ген агрессивности. Животные это, наверное, самые любознательные, которых я встречал. То есть они залазят везде, не дай бог поставить новый пакет, новую вещь, он обязательно ее будет исследовать. В природе, естественно, они хищниками являются, добывают себе еду. Кого угодно кушают, мышей, кур, любых животных, которые они могут самостоятельно, извините за выражение, забить. Хорьки действительно пахнут. Не скажу, что они пахнут так сильно, что приходится зажмуривать глаза, но тем не менее, своеобразный запах от шкурки, скорее такого мускуса, наверное, и меда имеется. Они спят по 14-17 часов в сутки, а остальное время не дают никому покоя. У каждого хорька, который живет в домашних условиях, есть свой стратегический запас. По дому можно найти кучу тайников. Под диваном, под шкафом, туда, куда не заберется человек. Недавно сломалась стиральная машина, мы ставили новую. Под ванной я нашел все, что когда-то было потеряно в доме. Тряпки, салфетки, еда, резиновые шлепанцы. Не знаю, что это за развлечение, но очень нравится. В природе у хорька очень слабо развито зрение, так же, как у домашних хорьков. В своей природе они больше ориентируются на свой нюх или на вибросы, вот эти вот усы. Мы очень много пытались подружить его с другими животными, но обычно дружба не выходила. Хаски пыталась его всячески скушать. Маленькие собачки тоже с ним не хотели дружить, он в играх их постоянно прикусывал. Они его пугались. Это животное все-таки настоящий позитив. Он никогда не даст скучать домашним жителям. Своему хозяину он дарит кучу удовольствия, наверное, своей бешеной энергетикой, когда он носится по квартире как ураган, цепляет себя, хочет с тобой играться, бегать за твоими игрушками. Никогда не даст, в общем, скучать. Естественно, что есть отрицательные моменты. Это не котик, не собачка, он никогда не станет лежать у вас на руках часами. Это животное не любит неволю, ему постоянно надо бегать, исследовать все, везде залезть, везде, наверное, попробовать все на вкус. Понять его место в мире. Все, Дюки, прощайся.